Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, и мы продолжаем прохождение фарминга симулятора на карте Совхоз Рассвет. И в прошлой серии, да, мы с вами построили, так сказать, собственную ферму. И я предлагаю на это все дело посмотреть, пораставлять технику, ну и чуть, как говорится, поучаствовать в уборке, можно так это сказать. Техника чуть-чуть испачкалась, но все же. Расставим, посмотрим, как это все будет выглядеть, когда данная техника не будет работать и так далее. Я еще ничего не поправлял. Вот тут, я думаю, немного грунтовочку подправить. И будет вообще замечательно. Но, в принципе, ферма смотрится уже достаточно достойно. Вся техника брошена пока вот так. Сейчас мы расставим, примерно посмотрим, как это будет выглядеть и так далее. Значит... Что у нас теперь имеется? У нас имеется элеватор. Большое хранилище. Поэтому мы теперь сможем наш урожай отгружать прям тут на базе. И это большой плюс. У нас есть большой гараж и большой загон. И также у нас есть два керхера. Ну, пока как-то вот так. А, ну и загон для лошадей. Ладно, ребят, в принципе, давайте начнем с помывки. Помоем все это дело. Клавиша R и давай купаться. В принципе, этот кировец у нас... Ну, тут два варианта, ребят. Либо он не сильно пачкается, либо вообще не пачкается по моду. Хотя колеса вроде бы были грязные. Ну, так, с тобой все ясно, ты чистый. Так, и давай тебя будем куда-то притуливать. Я предлагаю тебя, блин, где-то аж вот сюда. Оп. Не, на самом деле, сама расстановка на ферме мне понравилась. Я ожидал, ребят, что будет хуже. Вот честно. Почему-то ждал, что будет намного хуже, но получилось очень даже. Так, теперь давайте комбайном займемся. Помоем его. Он-то точно уж грязный. Где грязь? Где-то была. Вот, на жатке грязь, еще где-то. Плюс я в настройках игры грязь включил там посильнее. И, в принципе, будем, я думаю, чаще заниматься всем этим делом. Так, оно хоть моет там? Не, ну, что-то по чуть-чуть. Я бы не сказал, что прям это шибко быстрый процесс. Шланг мойки, высокое давление, где там двигаться дальше. Ага, так, не, ну, частями помыл. Помыл, чистенький, чистенький. Ой, ну прям как новый, слушай, как в магазине вчера брали. Вот то же самое получилось. Так, хорошо. Жатку, я думаю, мы будем кидать где-то здесь, возле самого гаража. Возможно, это временные меры, не знаю, посмотрим. Но пока это будет у нас выглядеть вот так. Грубо говоря, возле гаража будет стояно для жаток, да, там для пшеницы, для подсолнухов и так далее. Для разных культур. Он неровно стал. Я бы вообще, ребят, на все это дело еще посмотрел ночью. Потому что ночью, по идее, вот тут есть фонарики, все они должны гореть, все это должно подсвечиваться и вообще там типа айс. Ну, посмотрим, что у нас из этого, собственно, будет. Так, далее, Урал. На Урале есть грязь? Ну, вот тут вот что-то чуть-чуть. Хотя, в принципе, он работал много, достаточно много передвигался, но, как видите, грязи почему-то на нем... Чуть-чуть. Ну, возможно, это
прописано в самом моде. Или же вот это даже и не грязь. Это не вроде что-то отмывается. Что-то моется. Не, отмывается, отмывается грязь. Вот, исчезает. И сейчас мы все это дело с вами помоем. Так, ну, чистюля, молодец. Так. У вас, честно говоря, я бы расположил в гараже. Ну, во-первых, он у нас недаром стоит. Во-вторых, он реально классный. Мне очень нравится. Ну, в каком-либо из боксов. Давайте, вот у нас первый открыт. Первый его и будем завозить. Давай, 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 родной, давай, пошел. Ну, вот как-то вот так. Отлично. Так, и как тут закрыть ворота? А, отлично. Есть. Кстати, а двери открываются? Нет, нет, двери не открываются. Ну да ладно уже, вообще прям обнагляли. Еще и двери хотим. Так, и, собственно, наш второй кировец с жаткой. Он, в принципе, у нас... Ну, колеса грязные, это видно, это заметно, он пачкается. Стекла, не знаю, ребят, то ли они по заводу такие грязные, то ли это реально грязь. Ну и жатка у нас... Ой, жатка, господи, сеялка. Это должна быть чисто, она у нас тупо доехала с точки А в точку Б. Я думаю, в следующей серии мы уже будем с вами заниматься... Во-первых, мы перерисуем поле, да. То есть, так как у нас поле теперь... намного меньшего размера, мы поменяем саму структуру, то есть, ну, поле 11 теперь будет меньше, чтобы курс плей по нему ездил строго по накатанной. Ну и в дальнейшем будем заниматься на этом поле. Также будем покупать другие. Так, моем дальше, моем декерхер. Так. Давайте с сеялки начнем. Так, ну она и так чистая. Так, ну теперь с тобой. Не, ну вот отмывается, да, он был погрязнее. Колеса были грязные, а что стекла? Ё-моё, что, серьезно, да? То есть и стекла моются, или мне кажется, ребят? Это я не могу понять. Нет, стекла у нас такие прям с магазина. Ну, это все типа ржавчина, типа старая краска. Короче, у него пачкаются только колеса, ребята. Только колеса. Ладно. Так, в принципе, сеялку, я думаю, мы тоже будем кидать где-то тут, в загоне. Чтобы сильно не парить себе мозги. Так. Ну и сам кировец, я думаю, будем располагать где-то тоже рядом с сеялкой. Отлично. Так, ну, собственно, кстати, а тут, да, все закрыто. Как-то вот так, ребят. Как-то вот так теперь все это у нас выглядит. Ну, не знаю, мне нравится, ребят. Нравится. Все-таки сделали, да, прикольно, что можно строить что-то свое. Причем, ну, хоть бери и строй на все 12-е поле, оно самое большое, да, и расстраивайся хоть там. Единственное, что, да, планировщик, ну, ни хрена неудобный. Вот это вот чуть ошибся, да, и все, и там... Давай все выравнивать. Короче, все это вон, в прошлой серии можете посмотреть. Там все это есть. И там достаточно геморроя.
Ладно, ребят, в принципе, на этом все. Ставьте лайки, кому понравилась ферма. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.